как может жить народ, который предает все свое собственное? Женщины носили юбки. Что такое юбка? Юбка – это сохранение женской энергии, купол. Женщины, которые носят всю жизнь юбки, меньше болеют женскими заболеваниями. Брюки рассекают женскую энергию. В Европе это все равно. Потому что в Европе давно оскудилась женская энергия. Знаете, как видно иностранок сразу на Рижском пляже. Вот идет наша, она такая красивая, вот такая. Все, глаза пытливые, смотрит на всех мужиков, почем плавки. Все, с утра на каблуках по пляжу. Вот, ну, баба идет реальная. Идет иностранка с лыжными палками. Вот уж так по инструкции надо ходить. Я вообще, когда первый раз увидел с похмелья, это несколько лет назад, я думал, у меня глюки. Я не знал тогда, что это принято в Европе. Да, им идут брюки, мужские костюмы, они борются за эмансипацию. Но нашей бабе зачем? Наша баба от слова «дородная». Одеваются, как итальянские модели. Модель – это... Вы знаете, что это отклонение от нормы вообще-то. Это фигура пропиаренная дизайнерами-геями. Ну... Можно нам модель назвать дородной? Кого может родить модель? Косточку. А вскормить грудью? Вы грудь модели видели? Я видел. Нет, не я видел. Проговорился. У модели грудь двухкнопочный калькулятор. И вскормить она может только спонсоры этой груди. Поэтому ей идет топчик, низунчик. На юге так носите топчики, низунчики. Но на севере это нельзя носить. Это нездорово. Потому что здесь на себе не показывают. А здесь же голое. От холода организм оберегается жиром. Вот и стоит. Тут перетянуто, а тут спасательный круг. Вот этот вот жировой. Я видел в Милане, наша просила топчик. Стоит реальный бабец наш. Вот такие бивни. Вот бутик Армани. Армани даже не знал, что такое бывает. Потому что он такое не шьет, Армани. Потому что для него это или гамак, это одно и то же жить. Бутик Армани. Бутик – это русское слово «будка». Просто они наши слова любят делать красивее. Будка – бутик. Бадья – биде. Вот. И стоит, значит, она говорит, мне топчик. Принесли самый большой размер, втиснулась, дышать не может. Как будто асфальтирующий каток по сиськам проехал. Вот так вот. Говорит, низунчик мне, куда тебе еще низунчик? Надень сарафан. Женщины милые, мужиков гораздо больше волнует платье, когда из-под юбки чуть-чуть ножка видна. Вот что волнует мужика, а не когда оба провода оголены по самую розетку.